Шанти. Привет, Кеш. Ну что, поехали? Да нет, я думаю, погнали. Погнали. Николаевич, там пока носки. Блядь, ты мне вечно ловишь, когда я носки делаешь. Да, 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 да. Такой вопрос. Что вы думаете по поводу генетики в спорте? Ребят, ну если вы сейчас смотрите это видео, то, скорее всего, вы такие же обделенные, как мы с Лешей, генетикой. Потому что если у вас с генетикой все зашибись, то вы, скорее всего, член олимпийской сборной по какой-нибудь виду спорта. Вот и все. Генетических монстров очень мало. Их вылавливают еще в детском возрасте. Если они испиваются, то они становятся олимпийскими чемпионами. Все остальное, как бы забудьте, все остальное это труд, немножечко мельдония. Мелдрана. Вообще мы не планировали заниматься. Вот. Хорошо есть, много спать. What about the AKA guys who gonna take part in the contest? It's gonna be different. It's gonna be me, it's gonna be Salim, it's gonna be Dongi. And Nick's coming or not? Nick? I don't know if Nick's coming. Are you doing the pull-up with two hands or one hand? I think two. Oh, really? Okay. Because one is too hard, I think. Full hands. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, one, two, three, four, five, six, seven, А если серьезно, генетика это отмазка для лентяя. Вот у него генетика, вот у него там папа, начальник школ, директор школы. Вот ему красивые для девушки дают. Для генетически неполноценных. Да, вот ему там девушки дают, а мне не дают. Ребят, это все отмазки для слабаков, понимаете? Вообще мы не планировали заниматься. Считаем, ребят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 17. Генетика не есть, генетически одаренные люди. Мы их очень мало видим, но, как правило, это лентяи, которые или уже стали олимпийскими чемпионами, или лентяи, которые. Или бомбят казино где-нибудь. Опять же. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, Витя, попробуй еще.19. Поэтому давайте в зал трудиться, пахать. Вон, посмотрите на это убоище. Оно же было страшное, а сейчас стало вроде ничего. Еще страшнее. Еще результат пока 20. 20. The best result. Руки выпрямляем. Сейчас это.
21. Называется она «Триумф дрища». Раз, два, три, фор, файв, сикс, руки, севен, эйт, найн, тен, руки, ван, ту, три, фор, руки, файв, сикс, севен, эйт, руки, найн, тен, раз, руки, два, три, четыре, пять, шесть, руки, семь, восемь, девять, тридцаточку, и тридцать. Все, давай. Так, ну что, кто у нас остался? Помилдрана. Вообще мы не планировали заниматься, поэтому было 19. Так бы, если бы мы пришли заряженные и готовлены, было 36. Сашечка, а если ты... Я увидел, когда баночку эту подарочную, я думал, она мне очень нужна. Просто я начал рвать, но на 19 только смог просто-напросто. Надо было раньше баночку показать. Я руки вот перевязки. Пожалуйста, вот мы берем все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, ten, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, раз, два, три, четыре, пять, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Руки держаться. Держаться, стойте. Я понимаю. 30. Николаевич, ну так вот, уберите, во-первых, палку из рук, а лучше нервничать. Во-вторых, ваши ощущения? Ну, сыкотно было за команду. Сыкотно было за команду. Ты животное, Леш, ты мерзкие животные. Я думал повисеть там, поболтаться со сисочкой, 12 раз подтянуться, а потом понял, что после твоих 30, гадина, 31, мне даже позориться там лезть. Вот, готовился. Все, май. Браво, маэстро. The big boss will start. Are you you remember about the catch? Remember. 31. The best one is 31? 31, yes. 31 for men or 31? That's how we do. Okay. Yes. One, two, hands, three, four, hands. Леша, я так к тебе нехорошо относился, а сейчас стал еще хуже. Я бы задумался. Мерзкие животные. Скажите честно, но приятно, что приз остался в нашей команде. Приятно, приятно. И Салим красавец на самом деле. Салим. Ten, hands, full hands. 11, 12. 13, 14, 15, full hands, 16, 17, 18, 18, full hands, 19, 20, 21, 10 more? Yes, 22, 23, 25, 24. 25. Аплодисменты поднимем. Come on. 26. Браво! Ну да, на самом деле самое главное это
двигаться вперед, если устал, то снизить темп, но двигаться вперед. Подвигаться, да, лежать головой вперед. Да. Лежите, но головой вперед. И подбирать правильных тренеров, и, как это сказать, следить за мотивацией. Вот самое главное, наверное, мотивацию. Потому что генетически ты можешь быть неодаренным, но мотивацию найти и держать ее в правильном русле, это под силу каждому точно. Я вам еще одно скажу. Я все вот генетически одаренные ребята, как правило, заканчиваются лет в 30-35, ребят, за счет этой своей одаренности. А придурки вроде нас живут и живут, и ничего. Ну, потому что мы в 30 только начинаем развивать то, что нам нас не хватает. И вас раздражаем на невозможность. Пока. Всем удачи. Вообще мы не планировали заниматься. Ну, Лёш, ты молодец. Ну, мы же правильно сделали, что отдали подарок ему. Мы не отдали, он его заслужил. Он его заслужил, а... Ну, что тебе там? Не, ну что, сами принесли, сами бы сожрали, неинтересно как-то. Это называется «сам ебу и сам рожаю».